Посреди украинской глуши буровая выглядит как НЛО. Шум слышен за километры. Западные инженеры на вышке работают и ночью. Из местных здесь только охрана. Вы что здесь делаете? Мы монтируем вышку для бурения. Вы знаете, как местное население относится к вашему проекту? Нет. Вы спрашивали их? Нет. Поговорите с менеджментом. Вас заботит мнение людей, которые живут вокруг? Это не моя забота. В соседнем Веселом Шелл посоветовалась с деревней. На сходе, собранном в будний день, 60 из 300 избирателей проголосовали за бурение. Я адекватный человек, это самое. Если мы хотим жить в цивилизованном обществе, то мы должны платить за это, что-то платить, понимаете? Деревенского депутата Черню однажды даже пустили за забор буровой площадки. Газовики организовали экскурсию. А запах? Запах? Я не знаю, я не чувствую. Вы чувствуете какой-то запах? У вас очень чувствительное чувство обоняния. Экологи приехали сюда, к скважине, сразу из нескольких регионов, в основном из тех, где иностранцы и планируют добывать сланцевый газ. Они предполагают, что именно сегодня произойдет первый гидроразрыв. То есть компания Shell добудет здесь первые кубометры сланцевого газа. Информаторы не подвели. Уже утром Shell в пресс-релизе сообщила, что первый украинский гидроразрыв состоялся. На глубину 5 километров под давлением запустили ядовитый коктейль, которым разорвали пласты сланцев, чтобы получить газ. Это будет пустыня. Поэтому мы хотим, чтобы Shell go home. Пусть идут и делают у себя в своей Англии, Великобритании, в Голландии, если их туда пустят. Но их туда не пускают. И не пускают туда Франция. А почему выбрано? Во-первых, для испытаний. Во-вторых, как страна, находящаяся уже в оккупации. Они здесь ничего не хотят спрашивать. Они чувствуют себя здесь хозяевами. Вот к вам иностранцы пришли газ добывать. Да. Пришли, начали бурить. А вы почему не вмешиваетесь-то? Не спрашиваете, что делают? А зачем вам надо? Что мы можем сделать? Так и говорят, рабочие места там появятся. Откуда рабочие места? Там специалисты должны работать. Но не боитесь за землю? Посмотрите, какой чернозем. Вот если химикатами зальют тут вот. Боимся. А что ж ничего не делаете? А что ты сделаешь? Shell бурит украинские земли на востоке страны, Chevron на западе. Разрешение от властей получили легко. Энергетическая независимость на Украине – национальная идея. «70/30 – это распределение доходов от добычи газа, если они будут. 70 по соглашению уйдет на Запад, и 30 останется на Украине». Наверх не вообще нельзя подниматься, потому что... Здесь в 25-30 метрах от кромки поля располагаются яркие оранжевые резервуары с ядохимикатами. Их смешивают с водой. Вода в открытом бассейне. Потом эту жидкость запускают под большим давлением под землю. Так и происходит добыча сланцевого газа по технологии гидроразрыва. Прямо здесь, рядом с черноземом, где, похоже, выращивают кукурузу. Вся ирония в том, что корпорация Shell США вышла из сланцевой идеи. На пресс-конференции в Хьюстоне 2 месяца назад компания заявила, что многомиллионные вложения в сланцевый газ были его самой большой ошибкой. Теперь они пытаются навязать этот некачественный продукт украинскому правительству, и я думаю, что это исключительно политический вопрос, это нечестное мероприятие. Еремовка, центр юзовского месторождения, атакам западных компаний пока сопротивляется. Местные жители, узнав о намерениях Shell проводить здесь гидроразрывы, перекрыли главное шоссе. Мы уже чуем громы под землею на тих вышках, которые есть. И нас это очень беспокоит. Вот отсюда лаборатория Плая брала на анализ жидкость. Эта жидкость в 100 раз разбавленная, убивает все живое. Газ здесь пока еще ищет украинская Укргазодобыча, наполняя до краев черные и коричневые озера отходов. Ну это не нарушение, это преступление. Все это будет в колодцах у людей. В Украине бассейн Донца и в России, в Ростовской области. Вопрос только времени, когда она туда попадет. Это партнеры Shell? Да, партнеры Shell. И вот их стандарты. Вы не имеете права сюда заходить, я вам еще раз расскажу. Местный егерь теперь без работы. Звери грязную жижу обходят стороной. Кабан в основном уходит. Вот
Козы было в том году тут много, сейчас немає. Последнее время я дивлюсь в колодязі, кип'ятиш воду, якийсь белый налет. Осадок такий белый якийсь появился. Экономического благоденствия газовики в Еремовку не принесли. У сельпо как пили по утрам водку, так и пьют. Местную, когда-то кристально чистую воду, пить уже нельзя. Она мутноватая. Мутная, правда. С осадками. В колодезной воде ученые в этом году нашли опасные для жизни свинец, никель и кадмий. Водяные фильтры не справляются с глиной. Сланцевая революция добавит в воду еще несколько десятков химических элементов. Сланцевый газ в густо населенной местности – это убийство людей, понимаете? Это прямое убийство людей. Норма, яка там екологія. Їм треба та і все, вони своє заберуть, а нас ми придохнемо, як мухи тут. Все попытки США вести продукцию корпорации Chevron и Royal Dutch Shell, которые тесно связаны с Вашингтоном, на Украину, не имеют экономической подоплеки. Это скорее вопрос геополитики. Я имею в виду оранжевую революцию 2003-2004 годов. С тех пор существовала тактика отдаления Украины от России, насколько это возможно. Все это делалось для того, чтобы Украина стала союзником ЕС, а не таможенного союза. Американцам Обама обещал, что сланцевого газа в США хватит на 100 лет. Низкие цены на энергоносители заслонили собой экологические проблемы. Но прогноз быстро скорректировали. Запасов газа теперь то ли на 10, то ли вообще на 3 года. Украине Запад и вовсе ничего не обещает. Все, кто говорят о каких-то сланцевых перспективах, не очень отвечают действительности, потому что нет ответов на вопросы, есть ли медведь в лесу, чью шкуру мы делим. То есть этого медведя надо сначала найти. Тут есть наше место. Мы чувствуем, что нас просто продали. Такие же пикеты, как наш, по всему миру. Мы пытаемся защитить нашу землю, нашу воду. Это уже Польша. Журавлев до Украины рукой подать. О несметных запасах сланцевого газа здесь объявили 2 года назад. Власти допустили к бурению всех желающих. Через год прогноз сократили, как и в США, более чем в 10 раз. 3 корпорации ExxonMobil, Marathon Oil и Talisman Energy уже ушли из Польши, не добыв и кубометра газа. У нас договор с Россией о поставке газа до 2037 года. Зачем нам сланцевый, если мы будем в любом случае покупать газ у «Газпрома»? Да и разведанные объемы у нас малы. Мы можем остаться у разбитого корыта, не будет ни российского газа, ни сланцевого. Эмиль Ибонский с соседями в круглосуточном пикете на черенках противогазы на въезде в село Растяжка. Не допустим второго Чернобыля. Это наш первый баннер. Шеврон прочь с нашей земли и нет фрекингу. И no fracking тут. Там сено? Да, мы здесь заблокировали дорогу. Шеврон на Эмиля подала в суд, когда он закрыл путь газовикам к одному из участков. Забор корпорации из-за протестов пришлось ставить под покровом ночи. Хорошо, пусть интерн, позвоним полицию.